Ёлку обнимаем. Итак. Нет, это вечно по дебилу начинаю. Здравствуйте! В преддверии Нового года мы, как и все, ну, нормальные люди, отмечаем уже Новый год почти. Да. Да, вот Денис уже подстригся перед Новым годом. Ёлка у нас уже давно стоит. В общем, разговор ни о чем заканчиваем и переходим к кальяну. Забивочка. Забивочка, да. Вы думали, наверное, что мы покинули вас, что мы не выпускали наши выпуски целых 4 дня. Хоть вам, я уверен, что нас лайк, потому что даже никто не смотрит кто-то. Сегодня мы придумали интересную забивку. Мы даже придумали. Интересный по вкусу. Мы ее до видео придумали, чтобы все понимали. Так что мы начнем, и наш кот проспонсирует наш кальян. Да, и сегодня без лимона. Без лимона, да. Сегодня все. Сегодня трава. Стартуем. Стартуем. Всем привет! С вами... Хуй! Такой волосатый большой хер. Так, у нас есть нож и плохой парень. Окей. А ты уже снимаешь? Да, я снимаю уже. Так, может, я про хуй зря говорю? Да вырежем, я очку. Обещаю, братан. Где-то я слышал такое. Да, да. В общем, давай. Давай, на тебе. Давай, сейчас тебе буду открывать. Рассказывай про чашу. Сегодня мы... давай заново поприветствуемся. Да ты заебал! Нет, дай сюда. Рассказывай про чашку, что ты на зубах хватаешься. Ну, чашка, апгрейд мини. Очень пользуется спросом. Белая глина. Да всем насрать. Короче, смотрите, что мы сегодня курим. Мы сегодня курим супер известный табак. Сейчас. Альфа-хамах. Альфа-хамаха. Альфа-хамаха. Альфа-хамах. Покажи. Посмотрим. В общем, вот табак выглядит именно вот так. Альфа-хамах. Ну вот он такой внутри. В общем, я не знаю, где его Денис взял, но честно, мне нравится по запаху. Может, взял я может, в центре Днепропетровска про магазин, потом расскажу. Да, может это вообще элитная версия альфакера, ну я не уверен. Ну общем... он покрепче идет, альфакер. Наравне с нахуй где-то. Даже. Да, да, я не буду спорить, раз тебе так сказал братишка с кальянной. В общем, и второй мы курим Авзал имбирный чай. Тут у нас табак был с... Банан, кокос и ананас, по-моему, да? Ну, тропики, короче. Да, называется Багама-мама. Багамская мама. Ну, запах реально, он приятный такой, да? Я в зал, думаю, все видели, а в зал имбирный чай. В общем, а в зал нас проспонсировал, ну, как всегда, а в зал спонсирует нам штуки. Можно даже ожерелье уже делать. Или зубы. Ты? Ладно, в общем-то, вот так вот. Ой, упало. Мундштук. Да. Ну, мундштук все равно не подходит под нашу трубку. Да, мундштук не подходит под нашу трубку, но все равно спасибо Авзалу. Ох, мне очень нравится. Ебать, это он жесткий. Он даже по цвету как не... Ну как ладно, альфакер. Цвет как альфакер. Ну листья те же используются, а вот ну, Авзал. Да. А вот Авзал? С эмиратом, помнишь, приводил? Да, с эмиратом ароматизированной палочки, это вообще было. Ну, тут дешевенький пакетик какой-то. Ну, не скажи. А ну-ка. Роллы, знаешь, вот это имбирь. Ты берешь, нюхаешь. Ой-ой-ой. Вообще имбирем отдаёшь. Слышь, может, это вообще тут имбиря насывали вместо табака? Может, это здесь имбирь? У тебя же нож покрасил. Так, давай. Специфически, давай. В общем, расскажу про колбу. Колба, она сегодня супер специфическая. В ней вода и лед. Все. Так. Мы решили просто не травмировать кальян и не добавлять ничего в него. О, мне кажется, ты его можешь вымачивать. Да. Сучка мокренькая. Да. Мы его много добавлять не будем. Вот именно имбирь и с тропиком будет сочетаться, мне кажется, едва. Да, вообще. Выражаю, он будет как-то добавлять. Мне кажется, там даже не чай, а просто имбирь. Угу. А там написан Т. Что? Ну, чай типа написан. Ти? Ну да. Сейчас. Джинджер. Понятно. Авзал. Так. Ну это табак я буду вымачивать, так как. Знаю, что тут про чай, но вот я тебе хочу сказать, что тут написано It is more dangerous than you think. Ты посмотри на это. О, это на самый верх. Это подарок от Авзала. Авзал, да. Вот. Чисто Авзал понимает нас.
Так, резать я тоже не буду, так как обрейд мини, ну, чтобы товар не проваливался. И чуть-чуть выжму, чтобы сок не протекал вниз в колбу. В общем, Авзал, да, меня всегда радует. Авзал, вот, кто не видел. Авзал. Советую вам в интернет хотя бы зайти посмотреть, что такое Авзал. А кто видел Авзал? Да я думаю, человек, который вписывает в ютубе кальян, он понимает. Ну да, ну вот что такое альфа-хамах. Я не думаю, что знает каждый. Да. Слушай, серьезно, где ты его взял? Ну, у братишек. В новый? Да. Открылся новый магазин. Название скажу вам потом. А ты всегда говоришь, что скажешь что-то потом, и не говоришь ни хера. Давай! Мамка чухана даст. Да? Ну, вон, я полотенце замазал. О-о-о. Смотри, какой мокрый. Смотри, какой ты мокрый. Фу, аж мокро все. Дурак, сука. Вот так распушиваем. Он такой мелкий, кстати. Колбу я уже сделал, так сижу, ничего не делаю. Ольги, принесешь, пожалуйста? Да, я вот тоже пойду сейчас в Ольги принесу, конечно. Чем я еще могу заняться? Ну, потом покажу вам. Показываю. Ладно. Вот так. Фольгу я взял. Так, курить будем на фольге, не на колодке. Так, делаем по центру колодец такой. Делаем колодец. Да, наши видосики, может, первые не будут, вы не будете видеть, так как мы нарушили авторские права. Мы вообще нарушители. В Украине их можно смотреть, но не со всех устройств, только с компьютера. Интересно, вообще-то можно, с которого можно звонить? Нельзя. Не, ну я как понял, нельзя, потому что реклама. На телефоне ты не крутит рекламу некоторые. Возможно. Так, спонсор, независимый спонсор. Так. Спонсор не делаем девочки. Спиралькой. Работай на дырочки. Камеру. По центру мы не делаем дырочки, так как там было. Эй, оператор, будь аккуратней. Или можно показать? Да, покажи всем яйца, убивай. Так, она не будет помнить? 18 минут. Мне кажется, Филя решил, сам все уже решил. В общем, давайте тогда курить уже, раз Филя тут занял место. Все, встретимся на раскурке. Так что давай, начинаем. Пинаколада у нас сегодня, блядь, пинаколада. Дальше слов не знаю я, блядь. Ну рассказывай, что оно, как оно. Как вкус. Грелось оно 2 минуты. Две минуты? Да нет. Короче, не засекали. 4 где-то. Ну, такое. Ну, немного. Дым есть, но до конца еще не раскурилось. Да, да. Чувствуется вот эта сама сладость. С первой тяг не было сладости, сейчас я уже чувствую не бей. Да? Да. Круто. Да, о, я не знаю. Не, пока пинаколада. А имбирь тоже что? Да ты уже распробовал. Ага. Не, ну вот, вот кокос реально чувствуется. О, вот теперь почувствовался. Остринка какая-то, да, такая? Он в самом конце чувствуется. Ну да, 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 да. Уже когда ты распробовал пинаколаду, вот это или что там, тропики. И... Какое соотношение ты скидал? Ну, где-то
пускай 60. Пускай, или сколько там 60, было? 60, ну я примерно это не смотрел. Где-то 60% и 40% пеноклады и 60% абзала. А имбирь. Имбирь. Значит, имбирь 60%. Пиноколада 40%. Да. Ну что пиноколада там много чего, она приторная вообще, на самом деле. Она чувствуется хорошо, но имбирь догоняет. Ты перемешиваешь. Ну, да-да-да, имбиря я положил немного, потому что я знаю, если даже чуть-чуть положить, то он будет чувствоваться нормально. Но это если имбирь. Ну, чай не чувствуется, чисто имбирь. Я курил Social Smoke, имбирный чай. А там, ну, ангаримый вкус. Да. Ну, это как по мне, я просто не понравился мне. Не знаю, Social Smoke не пробовал. За обзал могу сказать твердо, хорошо. Пятерка. Хорошорка. Но это чисто сугубо наше мнение. Нельзя тут так бросаться, конечно. Да. Угу. Что я хочу сказать? Кальян вкусный. Кальян, да, реально. Ну, вообще, сама по себе я не ожидал от Альфа-Хамаха вот этой штуки, короче. Ну да. Он действительно прикольный вкус. А цена такая же, как почти на Альфаке. Чуть дороже, на 7 гривен дороже. Будь здоров, Филя. Мой котчик мой. В общем, да, очень классный табак. Он даже, ну, вот когда Альфакер куришь... Да, Альфакер, когда куришь сам, ну, он как... Как по мне, там чувствуется... Вкус 2 минуты идет и все, да, и потом да, просто да. Табак. Вообще, вкус, когда ты куришь Альфакер, то мне, ну... Ну, просто рыгать хочется. Ну, не рыгать, но чувствуешь, там какие-то сомелиси табака. Ну да, да, просто, ну, уже куришь непонятно что. А вот здесь реально, ну, пиноколада какая-то. Багама-мама. Так что да. Мне нравится. Сейчас так чуть-чуть подгорит оно и пойдет еще так имбирем. И вообще будет то, что надо. Да. В общем, кальян получился зачетный даже. И на чаше ОПГ. Вкусопередача поярче будет, чем на силиконе. Ну, силикон забирает легче, да. Да, силикон забирает все время. Пусть не забирает. Ну, ПГшка вообще классная, реально. Да, положили мы 3 угля. Дальше по раскурке посмотрим. Ну, да. Будем курить, можете уберем один уголь на 2. Я думаю, в самый раз. А может и нет. Вот реально курю и наслаждаюсь. Тут ветер. Тихо. Не дыши. Даже чуть по ногам ударил. Не-не-не, все, успокойся. Ну, пожалуйста, не хочу это видеть. О-о-о! Вот так. В общем, продвигаем наш канал вперед. Ставим лайк, подписываемся. Вот такой вот пальчик там есть. Вот, вот тут, короче. Вот тут, вот там. Вот там. Там есть такой пальчик и такой вот есть. Нам на такой надо нажимать. Да. Сука, если не тут, конечно. Ну я не помню просто. Может, дизлайк стоит справа? Дизлайк не надо, вообще не надо знать слово дизлайк. Надо ставить лайк на нашем канале. А еще. Ну там, кто с нами не там согласен, тоже, может поставить. Там дизлайк. Тоже где-то есть еще подписаться. Да, вот там тоже надо это нажимать. Подписаться вверху. Да. Ну, короче, надо подписаться и поставить лайк. И курить кальян с нами. Да. 50-му подписчику, когда будет, подгоним колодку китайскую. 50-й подписчик. Мы тебя ждем. Да, но главное, чтобы с Украины был. Ну да. В Россию мы не будем отправлять. Ну, если сильно попросим. Ну все, мы пошли наслаждаться дальше. Пока. Ебать, он вкусный. Да!